Правительство талибов в Афганистане по ошибке перечислило на счет посольства Афганистана в Душанбе около 800 тысяч долларов. В марте 2021 года экс-президент Афганистана Ашраф Гани посетил Таджикистан и пообещал построить для афганских мигрантов школу в городе Вахдад. Для этой цели Министерству финансов было поручено выделить около 800 тысяч долларов. Талибы, по всей видимости, все-таки перечислили средства, однако позже потребовали вернуть их. В афганском посольстве заявили, что вернуть деньги не могут, так как не признают правительство талибов.